Я использую, это такая базовая памятка пациента, но дополнительно я могу добавить и про питьевой режим, и про вписать сюда же от руки, да, какие необходимо препараты применять. Некоторым пациентам я рекомендую, ну, в зависимости опять-таки от уровня общения с вашим пациентом, некоторым пациентам я рекомендую, говорю, утром, пожалуйста, если будут гематомы, вы мне пишите, я вам скажу, чем, что наносить. По той лишь простой причине, что пациент может сразу же побежать, да, мы с вами видим, например, что гематома, пациент сразу же может побежать в аптеку, купить средства, начинать наносить. У нас с вами еще не закрылась базальная мембрана, руки, например, не помыл, то есть нарушение правил септики, антисептики, пациент несет инфекцию, которая прекрасно будет расти на полисахаридах, и, соответственно, в дальнейшем мы очень сложно будет разобраться, чья же проблема и как начинать терапию. Поэтому здесь вы можете сразу написать, в зависимости от того, как вы общаетесь с пациентом, либо вы уже на следующий день спрашиваете у пациента, как у него дела, и, соответственно, вы уже будете назначать терапию.